Приветствую вас, Тимур. Вы точно не являетесь садистом и точно не псих. То есть это в пределах нормы, то, что вы описываете, вполне. Вопрос заключается в том, нет ли у вас зависимости. Вопрос заключается в том, контролируете ли вы это, или это контролирует вас. Если это ваше увлечение, если оно не влияет на вашу жизнь никаким образом, если это не влияет на жизнь других людей, то почему бы и нет? Это ваши предпочтения. Ну, а если это влияет как-то негативно, если вы сами чувствуете, что хотите чего-то другого, то можно поработать и найти причины и основания для такого поведения. Причины есть, я не буду сейчас о них говорить, причины есть. Это не обязательно плохие причины, но они есть. И вы можете это изменить. Вы можете это изменить. Вы можете поменять. Но есть разница между тем, когда вы это делаете, потому что хотите сами, и хотите вы чего-то другого. Или вы это делаете просто потому, что вам кажется, что это аморально. Вам кажется, что так нельзя делать, так нельзя поступать и прочее. Это разные вещи. Совершенно разные вещи. Поэтому я думаю, что сперва нужно разобраться вам с тем, какая субъективная сторона у этой позиции. А дальше уже смотреть на то, что можно сделать. Я думаю, так. Потому что правильного ничего в том, что вы делаете, нет. Другой вопрос, насколько вы ощущаете себя естественно. Такая вот история. То есть главное, да, это отсутствие именно патологии. Главное, это отсутствие патологических каких-то вещей, вроде зависимости причинения вреда, ущерба окружающим себе и отсутствие гармонии, когда вы
это реализовываете. То есть если гармонии нет, то, вы делаете это и чувствуете, что, блин, я вот делаю что-то плохое, вот я так не должен делать и прочее. Если вот в этом ключе, то это не есть хорошо, а это требуется корректировать. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится.